Слушай, а ты будешь моей невестой? Невестой? Не знаю, а что? Ну, мне просто мама рассказывала, если долго дружишь, то потом можно стать женихом и невестой. Я буду женихом, а ты моей невестой, хорошо? Ну, не знаю, давай, хорошо. Не, вы не можете быть женихом и невестой. Да почему это еще? Потому что у вас должны быть кольца друг у друга на руках. Кольца? Кольца? Ничего страшного, будут кольца. Слушай, бро, подай туалетную бумагу. А ты чего, уже все, насиделся на горшке? Нет еще, мне для другого. Не знаю, зачем тебе, но на, держи. Вы тут высиживаете, а я все в группу пошел. Только ручки помою. Вот, держи, я сделала два колечка, тебе и мне. Из туалетной бумажки, что ли? Ну да, тут больше ничего нет. Кажется, у нас в садике появился жених и невеста, тили-тили-тесто. О, кажется, у меня есть идея. Невесте еще нужна фата будет. Сейчас я ее сделаю. Смотри, какая красавица получилась. С настоящей свадебной фатой. Ничего, что из туалетной бумаги. Отстань, убери это. А ну отцепи, кто тебя просил? Ну как же, у нас же теперь есть туалетный жених и невеста. У вас же кольца из бумаги, ну и фата тоже. Что в этом такого? Отстань, ты просто мне завидуешь. У тебя нету жениха, а у меня есть. И пусть пока такие кольца, потом будут настоящие. Так что забирай свою фату, она мне не нужна. Ладно, ладно. Жених и невеста не из теста, а из туалетной бумаги у нас. Не обращай на нее внимания. Пусть смеется. Держи колечко, примери. Хорошо, спасибо. Только убери от меня эту фату. Она мне ее так сильно к волосам прицепила, никак не могу от нее отвязаться теперь. Все, готово. Теперь колечки. А на какую руку одевать нужно? Я не знаю. Давай на любую. Ну вот, теперь ты настоящая невеста. Здорово, а ты теперь настоящий жених. Ну что, пойдем в группу. Малыши, а где еще двое? До сих пор на горшках, что ли, сидят? Мы не знаем. У нас там жених с невестой образовались. А что они там делают, мы не в курсе. Когда мы были, они кольцами обменивались. Что там у нас? Жених и невеста, говорите? Пойду проверю, чем они там занимаются у нас. Вы чего тут застряли? Пойдемте в группу скорее, нам гулять уже пора. А мы уже идем. Мы кольца примеряли. Вот, смотрите, у меня колечки и у нее, как у настоящего жениха и невесты. Так что мы теперь вдвоем. Хм, смотри-ка, и правда. А не рановато ли вам, а? Жених и невеста. Маленькие еще совсем. Детский сад. Не рановато. В самый раз. Пойдем. О, а вот и наши короли туалетной бумаги. Ну как, кольца не жмут? Все хорошо? Что вы пристали? Завидно, да? Хотите, я и вам сделаю такие кольца? Да не, спасибо. Ха-ха, мы же не невеста и жених. Как вы? Жених и невеста, тили-тили-тесто. Надоели уже, поняли? Так, тише, 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 тише. Что здесь происходит? А ну, успокаиваемся, успокаиваемся. Так, на прогулку все готовы? Пойдемте в раздевалку. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое, цветочек? Гай, посмотри, у меня сзади большое сырое пятно. Ого, ну да, слушай. На качель, что ли, кто-то что-то налил? Ай-яй-яй-яй-яй. Даже не знаю, Гай, села, чувствую мокро. Давай покачаемся. Ой, я, наверное, не буду, посмотри, вся качелька мокрая. Где? Фу-фу-фу. Я сейчас быстро высушу тебе. Ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет. Ай, прямо в лужу скатилась. Цветочек, Гай, почему все на площадке сырое? Из качелей вон капает. И батут весь мокрый. Так значит, мокрая не только моя качель, а еще и вся детская площадка. Поздравляю нас, Гай, мы проворонили дождик. Ребят, погуляйте пока так, солнце вышло, сейчас быстро все высохнет. А эту качельку я уже высушил, садись. О, давай я с тобой покачаюсь тогда. Не, я с невестой качаться буду. Я что, для тебя ее сушил, что ли? Это чтобы она ничего себе не промочила. Не-не-не-не-не-не, ну и качайтесь там. Какой жених у нас заботливый. С туалетными кольцами, с туалетными кольцами. Так что вы жених и невеста не настоящие. Так что не притворяйтесь тут. Тебе просто завидно, что тебе никто качели не сушит. И кольца у тебя нет. Ой-ой, да больно надо мне. Эй, бро, иди сюда, будем на батуте прыгать. Брызги в разные стороны летят. Смотри, как круто. Ха-ха, точно суперско.
Ребят, аккуратно, сейчас все намокнете. Намокните и простынете. Подождите, сейчас быстро все просохнет тут. А может, не будем больше женихом и невестой, а? Почему? Тебе что-то не нравится? Да мне не нравится, что вон они смеются и издеваются. Да ладно тебе, они просто глупые. Ну, глупые, но издеваются и обзываются. А давай сбежим. Куда? А куда глаза глядят? Там никто над нами смеяться не будет. Будем жить вместе, как настоящий жених и невеста. Ну, по рукам? Ты что, я боюсь. Да чего ты боишься? Я же с тобой. Все будет хорошо. Ну? Ой, это вода. Сейчас попробую подстряхнуть. Подождите, ребят. Гай, помоги, пожалуйста, на батуте воду убрать. А то они прыгают и брызги во все стороны летят. Они уже вон, все мокрые. Да, цветочек, хорошо, давай сейчас помогу. Так, ребята, сводите батут. Сейчас воду вычерпывать будем. Отличный шанс, цветочек и Гай заняты там. Бежим скорее, вон в ту сторону, так нас не заметят. Ой, ну ладно, я согласна, побежали быстрее. Слушай, а куда мы бежим? Я уже устала. Ой, и кольцо потеряла. Пойдем обратно поищем. Нет, обратно нельзя. Нас воспитатели найдут. А куда мы дальше пойдем, а? Не знаю, я же говорю, куда глаза глядят? И куда же они у тебя глядят? Я так только мусорку вижу. Ой, там крыса! Где? Да вон же! В мусоре роется. Не бойся, я спасу тебя от нее. А, да? Хорошо. А она приближается. Спасай уже. Ой, какая она страшная. Слушай, я тоже ее боюсь. Бежим! Жених называется, я говорит, тебя защищу. Я не виноват, я тоже мышей боюсь. Бежим скорее. Вроде оторвались. Ага. Что дальше делать будем? Кушать уже хочется. В садике, наверное, полдник. Да, точно. Запеканка, наверное, морковная. Интересно, а цветочек Гай нас вообще ищут? Морковная запеканка. Наверное, ищут. Хотя, может, позвонили нашим родителям и сказали, что мы пропали. И родители сейчас плачут и места себе не находят. Ой, точно, ты права. Что-то о родителях совсем не подумал я. Волнуются, наверное, сейчас. Да, думают, где мы? Одни в городе. Без еды, без воды. Эх, ой, кажется, дождик начинается. Точно, кап. Ой, если ливень будет, нам под крышу надо. Бежим тогда обратно, там под горкой спрятаться можно. Точно, там если что и найдут нас. Устал я что-то скитаться. Я, давай лучше когда вырастем, станем женихом и невестой. А сейчас, правильно сказал цветочек, еще слишком рано. Хорошо, договорились. Бежим скорее, пока не промокли. Ну вот, тут нас не промочит. Ага, быстрее бы нас нашли только. Это точно. О, а вот, кажется, и беглецы. Ку-ку. Вы чего это? Сбежать надумали, а? Чего прячетесь? Я 3 раза вокруг всей площадки обошел, вас нигде не было. Полицию уже звонить хотел, на поиск подавать. Гай, простите нас, пожалуйста, мы хотели сбежать, как жених и невеста, потому что в детском садике над нами все смеются и издеваются. Но мы передумали, мы больше так не будем. Заберите нас, пожалуйста, в детский садик. Эх вы, вырастите, потом и будете женихами, невестами и кем хотите. А сейчас добро пожаловать к нам в детский садик. У нас вообще-то дисциплина, а вы тут сбегайте. Да и запеканка там уже остывает. Ура, запеканка! Быстрее бы ее слопать, я так проголодался. Ага, а вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! Пока-пока!